Если увидите эту девушку, знайте, она здесь, чтобы навести порядок. Александра Кузнецова категорично относится к грязнулям. Это раздражает количество мусора повсюду, тем более пляж собираются облагораживать. И по-любому в чистоте-то уютнее отдыхать, загорать, купаться. Купаться будешь сегодня? Нет, нельзя. Потому что запрещено. Но запретный плод сладок, и в такую жару многих тянет окунуться. Наверняка с удовольствием искупались бы и активисты, но джунгли зовут. Мы только в начале пути, ну уже по пакету есть. Я думаю, что мусора достаточно, хватит всем. Ты хочешь сделать город чище или просто любишь убираться? Хочу сделать город чище. Но это очень неприятно, когда ты ходишь и ты каким-то прибираешь, как минимум. И хотелось бы, чтобы люди понимали, что нельзя так делать. Бутылки, пакеты, окурки, битое стекло есть, но не в большом количестве. А если здесь бы была облагороженная набережная и пляж, я думаю, и урны бы стояли, то по-другому все выглядело бы. В скором будущем все это будет, но разве не от нашего с вами воспитания зависит чистота на улицах города? Наблюдаем за соцсетями и увидели, что очень много жалоб от жителей города, в основном от мамочек, да, которые ходят на прогулку и говорят о том, что очень много мусора на территории пляжа, на лодочной станции. Кстати, в акции «Чистые берега реки Пикапур» может поучаствовать любой желающий. За справками можно обращаться в Управление по делам молодежи и туризму. Дмитрий Самойленко, Данила Индюков, новости Губкинского.